У нас сегодня праздник. Выгул. Выгул тебя? Да. Всем привет. Привет. Едем мы в город. У нас сегодня последний день. Дни столицы. Да, день столицы, последний день лета. Суббота, да? Завтра уже календарная осень. В путь? Путь. В путь, как там в сказке, мультфильме. Прощай, земля. Прощай, дурень. Итак, как всегда, мы на месте, на своем любимом, на этой уличке поставили машину и топаем в центр. Вода обмелела в речке, ну, наверное, меньше, чем обычно. Мало дождя. Ой, как пахнет шашлыками тут. Где тут, интересно, шашлыки? Ужас, как пахнет, как вкусно. А там с кафе, наверное, с ресторанов этих. А может, кто-то из жителей? Я что-то запах, как шашлыка, учую, сразу аппетит разгорается. Ну что, топаем. Музыка. Кругом музыка уже играет. Свадьба там, наверное. Там гостиница, резиденция гостиницы. Может и свадьба. Ту-ту. Поезд. О, сцена какая-то. Вот на кафедралке у нас сцена стоит. Сегодня дни Вильнюса. Наверное, каждые последние дни августа всегда бывает, да? Или когда бывает? Перед 1 сентября. Концерт по часам будут давать. Кто там писали, участвует? Франц. Швеция. Daddy was a milkman. Milkman. Что там еще? N-O-H-A. Какая-то я в пакете. Ноха. N-O-H-A. Не, чеки, да. Я в пакете. Какие-то группы незнаны. Идем дальше смотреть. Ладно, идем. Ну и вот мы пришли. Саги Деменко, тьма народу. Идем.
Итак, мы в этой тьме народу. Вот идем более свободно. Но сдалека, как посмотришь, кажется, тут не пройти, да, вообще. Как всегда, типа ярмарки. Порцелян продают. Где-то впереди музыка. А, и вон, как всегда, сцена в самом там центре. Не видно. Угу. Вон сцена. Ага. Пожересен той. Тут еще одна сцена. Идем. Бывшая площадь Ленина. Вот как сейчас сделали. Тут что за чудо природы? Волейбол играют? А, или это типа гамбол, наверное. Лукас Кириллов и
Кто на что гораздо? Žiūrovai, čia skausti vakarą leidžia, nespės į parduotuvę, laik pusryčių pasiruošę. Kas nori sportininkų pusryčių? Narod atdėkai. Varysiu, dar geriau negu šitie vyrai varo. Va, čia jūsų sūnus. Aš žinau, kad norėtų pizzas, bet jėtis norėtų košę, kad valgytum. Вот такой у нас праздник города. Поздравляем всех вильнюсов и гостей. Ура! Выбираем пиццу. Вот возьмем эту маленькую. Зашли кофе выпить. Да, любой. Итак, зашли в этот Канкан, кафе или пиццерия, что здесь. Ждем пиццу свою. Вот, где-то уже кофе пьет, ей принесли. Тебя обделили. А, меня забыли. Ну, сейчас принесут. Одну пиццу маленькую напополам и кофе, и все. А на улице как-то неохота пить это кофе. Стык стаканчиков пластмассовых там куча народа. В этом кафе еще не были. Кан-кан. Вот она. Вот такая серия в самом центре на проспекте Гедиминаса. Напротив, не знаю, наверное, тут не ресторан Неринга. Бывший. А может еще после ремонта опять будет называться так же. Вот. Итак, приехала наша пицца. Маленькая, 20 сантиметров. Ну вот на 4 части по 2 кусочка. И нам, 3, мне 1. И нам хватит, да? Мне 3 аж, ой, как повезло. Ну давай. Вкусно? Горячо. А, горячо. О, горячий, да, это хорошо. Ну вот такая современная пиццерия, да, для молодежи больше, музыка такая. Ну все, я не могу снимать, есть охота. Ну вот, мы вышли из пиццерии, да, там пиццерия. А, перекусили такую малюсенькую пиццу, одну, 20 сантиметров на двоих. Да, какой позор. Там человек ел полметра, наверное, на одного. Но он голодный. А ты только перекусить хотел. Ну да. Для доения. Идем послушать музыку сейчас. Там, где зачитывали, кто приезжает с
9, да, только вечера. О, кому нужен кальян покурить, можно. Запах приятный. Малый театр. О, а малый театр, ведь работает вообще? Угу. Вообще работает, да? Только здание здесь. О, сейчас на ремонт. А, ну с сентября. Ну да, все театры с сентября. В принципе, сейчас отпуск. Летом нету хороших спектаклей. Уже темнеет, народу не уменьшается. Гостиницы. Заходим в внутренний двор Валдову Румы, замок правителей. Замок правителей. Надпись была Великого княжества Литовского. Как замок правителей князей. О. А тут что такое у нас было? Стульев сколько много. Будет? Тоже? Или был? Между прочим, уже темнеет. Камера передает посветлей, чем на самом деле уже. Так, здесь что-то было. Или будет. Вот внутренний двор замка правителей. Мы были в этом музее один раз. Или два раза. Не, один раз. Вечерний Вильнюс. Красота, как в сказке. Вот наша башня. Не упала еще. Сделали. А вон три креста на горе. Скоро концерт начнется. Шум стоит. Через минут 15, наверное. Вот мы с другой стороны немножко. Вечером красота действительно. Вита тут все фотографирует. Подпишитесь на мой инстаграм.
Да, подпишитесь на Виты Инстаграм. Как он? Какой Инстаграм? Скажи. Написано же под... про канал. О канале. Да, о все канале. Там подписано. О канале. Получите все новости. И на мой Инстаграм. Но не получите новостей. Потому что мне лень. Мне времени нет, я так канал веду, тут еле успеваю. Тут какая-то ярмарка. Тут кругом везде ярмарки. Тут видишь всякие аттракционы. А, понятно. Ай, точно аттракционы. Ну вот, пойдем погуляем, пока еще концерт не начался. Еще тишина. Можно посмотреть здесь, что... И тут поют дети. Но это не тот концерт, там будет другой, в другом месте. А здесь дети поют. Ван Джерек видит там камолей. А Ван Дэнс. Хочешь прокатиться? Хочу. На зайце? Да. Ну, поехали. Поехал светящийся, он опять поехал, а вот этот не светится, светящиеся, как они сказали, стопы, мы называем эти самокатики, которые электрические, называем, ну, по-литовски йонабабали, это будут жуки, которые светятся ночью. Ночь Яна. Да, в ночь Яна они светятся, да? Так мы их назвали тоже вот Йонва Балей.
Жукиян, или как они там, потому что по-русски я не знаю. В городе много очень лампочек этих. А сейчас там машина едет. Когда много самокатиков проезжают, все красным светится, так смешно выглядит. Вон, светится красным. Как жуки ночные. Ну, Сахик. Просто здесь жуки здесь белый огонек, а тут красный. Ну да, у нас красный. Ну вот, началось. From the front to the back, make you shake that, make you groove this. Move you from the front to the back, make you shake that, make you groove this. Stop. Hit him in the eye with the jungle is a culture. Juggle loose in the place of pay, pay, pay. Pump it up, make it say, say, hey. See here. Come on! Hit 'em
am in the eye of the culture. Woo! Damn! Shake it! Time to make it in. Pump it up, make it shake, make it pump just like. Time to make it in. Shake it up like this one time, pump like. Time to make it in. Let me hear you! Give me the moonlight, give me the drum, cause some music gonna do me when the evening comes. And keep it kicking with the boom, the boom, and all the rock is heavy when the season goes. Give me the sound, sound of the crowd getting wild. Give me the bass, 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 bass. Jungle is the culture. Give me the sound, sound of the crowd getting wild. Give me the bass, 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 bass. The jungle is the culture. Listen! Play it! Woo! This here is a brand new hall. Are y'all ready to party out here? I can't hear you. This here is the band Know How. Are y'all ready to party out here? We love to play, we love to come, but we need that. All right, all right, all right. Ladies. Ladies, can I tell you a story tonight? All right, a gentleman too. About money. La noche está más fría ayer, no me podría contener. Fui a tener la chica guapa que me ve, miraba que su cuerpo a ver. Fui a tener con ella yo, pero su padre es un grande matador, un mafioso me querés, un mafioso me querés. Ole María, te cambia los días. Dice que tu madre lo llame la policía. Anda María, que te quiero vida. Y como yo te amo, me trabate la tortilla. Dinero, dinero. No tengo dinero, pero tengo amor María. Dinero, dinero. Dice que tu madre lo llame la policía. Dinero. Ну как, повеселились вместе с нами? Вот мы и после концерта. Ножки протянули уже. Сил никаких нет. Потому что устали стоять. Вита уже переоделась. Да. Спать готовится. Вот, послушали музыку, провели время классно, да? Да. Супер. Громко немножко, правда, играет. Там вот Вия снимал вначале одна группа, она там Чехия, Германия и с Нью-Йорка этот негр. А потом последняя музыка, там чуть-чуть кадр был, это не знаю откуда, но она уже не очень. Как сказать, как мы послушали там, четыре, может, 3-4 песни и пошли. Хватит уже. Вот, 12 час. Завтра воскресенье. 1 сентября, осень.
Всех с праздником осени. Началом осени. Да, через 54 минуты начнется осень календарная. Вот, ну тогда все тогда. По нашим часам уже.